Пока вы здесь живете, люди должны наслаждаться вашим присутствием. Когда вы умрете, они должны скучать по вам. Если происходит обратное, значит, вы жили неправильно. И у каждого человека есть выбор, страдать или не страдать. Чтобы выбрать последнее, не требуется много ума. То, что вы приобретаете, может быть вашим, но оно никогда не может быть вами. Человеческая глупость заключается в том, что люди всегда пытаются получить радость извне. Для человека жизнь не заканчивается выживанием. Жизнь начинается с выживания. Если вы посвятили себя отношениям ради выгоды, удобства и без любви в сердце, то вы в любом случае совершили измену. 7. Теряя свою безопасность и целостность, становится уязвимым, чтобы превратиться в раскидистое лиственное дерево, богатое фруктами и цветами. Когда вы берете на себя ответственность за свою внутреннюю жизнь, в ней нет места для такого явления, как стресс. Люди часто путают ответственность с реакцией. Ответственность рождается в осознанности. Реакция – в неосознанности. Ответственность означает свободу. Реакция – рабство. В каждой сложной ситуации у вас есть выбор. Либо стать раненым, либо стать мудрее. Жизнь – очень короткий промежуток времени. Зная это, относиться к себе слишком серьезно. Просто смешно. Секрет жизни в том, чтобы смотреть на все несерьезно, но при этом быть абсолютно вовлеченным. Подобно спортсмену во время игры. Станьте спортсменами жизни. Если вы отрицаете свою ответственность за настоящее, и вините во всем родителей, друзей, мужа, жену или коллег, значит, вы заранее отреклись от своего будущего. Каждый раз, когда с кем-то разговариваете, представляйте, что это ваши последние слова. Это сделает вас лучше. Чему посвящена каждая духовная практика? Вам нужно скинуть груз, сбросить с себя все. Остаться свободным, встать прямо. Это важно. Если мы не совершим правильные поступки, с нами не произойдут правильные события. Лозунги предназначены для толпы, у которой нет разума. Никто не может причинить вам душевную боль, только вы сами, реагируя на происходящее вокруг вас. Если вы обратите свой взор вовнутрь, вы обнаружите там пространство, в котором есть решение для всего. Суть жизни не в том, чем вы обладаете, какую одежду носите, где живете, или что вас окружает. Суть жизни заключена в глубине вашего переживания.